Thank you.
что здесь сказать по поводу вот этого вот болота? Нехрен было с бревнами заезжать на эту площадку. Размесил всю грязь вообще в дерьмище. Ладно, и что теперь? Значит так, это лесовозка на пивораме. Почти без топлива, да. Мне нужна топливозка. Вот это аварийка. Ну, это ладно. Дальше у меня есть вот это вот топляк, но, возможно, он не топляк. Так, дальше вот это вот рядом с гаражом прям есть какая-то моделька. Надо съездить за ней, конечно же. Да, надо обязательно. Вот, но что касается топляка. Так, значит, вот это понятно. Вот это на заправке. Угу. 400 литров топлива есть, значит, эта точка на заправке, она ближе всего к пилораме на самом деле, и нужно как-то вот так проехать. Ну и как мы будем действовать? Ну, значит, составлю маршрут на 250 метров. Никаких бродов здесь не рассматривается, потому что отзелок, он тонет в любой луже. Так, по этой причине. Хоп. И вот так вот по дороге. А, нет. Наверное, лучше вот здесь вот так пройти. И куда дальше? А, у меня появилась идея получше. Вот так можно гораздо короче пройти вот на эту дорогу. Но тут вряд ли, конечно. Попытка-то, конечно, не пытка, но... Полагаю, это непроходимое место будет. Ну, вот до сюда 250 метров. Хотя бы выехать с заправки. Не то хорошо. Ну что, зарос, пока я, меня тут не было. Однако... Так, я этот куст за собой утащил, отлично. Ну ладно, вдвоем веселей.
Thank you.
Продолжение следует.